Губернатор Андрей Воробьев поручил главам подмосковных муниципалитетов лично контролировать вопрос привлечения врачей. Кадровый дефицит в сфере здравоохранения стал главным вопросом для обсуждения во вторник на еженедельном заседании правительства Московской области. Власти региона за два минувших года привлекли на работу около 3000 врачей. Тем не менее, как отметил губернатор, нет территории, где проблема дефицита медицинских специалистов не беспокоила бы население. И часто жители на встречах говорят о том, что сложно, большие очереди педиатрам и терапевтам. Поэтому я приказываю, прошу каждого главы территории взять на личное сопровождение выделение квартир, поиск специалистов и работу их на территории веренного вам округа. Дефицит участковых терапевтов и педиатров в Подмосковье планируют ликвидировать к 2020 году. Главам муниципалитетов Андрей Воробьев поручил представить собственные планы и решения по привлечению врачей, а министру здравоохранения Московской области Дмитрию Маркову ежемесячно информировать о динамике изменений в этом вопросе. Ирина Максимова, Антон Коврижных, программа «События».